Кстати, ступени-то тут нифига себе. Она не провалится там? Я не знаю, ну провалится, наверное. Жить нужно в кайф, брать от жизни все, искать в каждом, во всем искать свои плюсы, не обращать на минусы. Качил. Ага, а здесь крен еще какой. Ты меня подстрахуй боком. Так, день второй. О, просыпаемся, собираемся и идем на завтрак. Так, сейчас мы навестим наших обитателей бунгало номер 2. Привет, привет! Тут у нас Катюня стоит на зарядочке. Так, 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 так. Чё, кайфуете? Привет. Кайфушки, утро, ляпота. Погода, солнце, тепло. Море, хотел сказать. Но здесь круче даже, чем на море. Речка шумит вообще. Благодать. И кофеек утренний. Вообще супер. Виды, конечно, зашкаливают. Такие горы здесь как раз идут туда, что высокие, низкие, что как раз солнышко стало. Отлично. Воздух такой, что не чувствуется никакой вчерашней дороги. Дышится легко, свежо. Как будто вчера и не было этой дороги, ни сколько километров вообще не отмотано. Так, что у тебя такое интересное на колесах тут? Рассказывай. На колесах? А на колесах коляска Катервиль футбольная. Так, сибиряк. Что такое сибиряк? Сибиряк — наша команда Новосибирской области по футболу, которая взяла 3-е место в Кубке России в этом году. Красавцы! Да. Красавцы. И опять же на колясках, которые... Почему не первый вопрос? Почему не первый? Мало тренировались. Мало тренировались, видно. Мало колясок, потому что, да. Да, почему мало тренировались? Потому что мало колясок. Камень такой, бэм, прилетел. Так что... Меня всю жизнь в последнее время окружает завод Катервиль. Даже дома. Коляски. Кругом коляски. Да. В спорте Катервиль, в повседневной жизни Катервиль. Работа Катервиль. Везде всегда Катервиль. Я живу Катервилем. Подташнивать скоро начнет. Так что отдых с Катервилем тоже сегодня пробьем. Получится ли у нас или не получится пройти по всем этим тропам, которые не предназначены для колясок. Поэтому узнаем, получается ли отдых с Катервилем полноценный или нет. Ну, хотя начало положено отличное. Да, ну сейчас главное, чтобы завтрак получился. Остальное уже вторым темпом. Ну да, да, да. Сейчас позавтракаем, вот кофе попили, пойдем позавтракаем. И можно двигаться в путь. Yep. Все, Юра сейчас будет переупаковываться. Да. Так, а что, кстати, туалет? Ты расскажи нам, что ты как в туалет-то в итоге попадаешь? Туалет пришлось на узкой коляске. Хорошо, вот эта коляска суживается еще больше. То есть у нее есть такая функция, что она суживается. И только тогда я смог попасть, а так иначе бесполезно не попадать. Так, а что это за коляска у тебя, расскажи? О, это коляска Mitsubishi Dizain, которая опять же выпускалась ранее в Новосибирске. Она уже снята с производства лет 20 назад. Она у меня сопровождает всю мою жизнь. Все говорят, поменяй. Я Новосибирску не изменяю. У меня все новосибирский производитель. Вот, перепрыгнул.
Так, сейчас покажем, как она у нас сужается. Вот здесь получается у нас вот такой механизмус. Мы, получается, за него чуть потянем, и она у нас раз сузилась, раз расширилась. Ну, да, тут проем, конечно, такой неприлично узкий. Ну, никому же в голову не могло прийти, что тут кто-то вообще на коляске сам. Думаю, придет в голову сюда ехать, отдыхать. Да. Не, конечно, тут изначально, когда база строилась, тут вообще борьба с природой была. То есть надо тут вообще к этой части, я так понимаю, даже дорог нет. То есть они как-то там мост прокинули, как-то сюда там стройматериалы закинули, как-то все это дело построили. Ну, конечно, да. Это была это битва со стихией, с природой. Вот тут о доступной среде, конечно, вообще никто не думал. Так, погнали. Погнали. Кто куда, а мы на завтрак. Завтрак знаешь где? Там. Правильно. А там у нас что? Лестницы. Правильно. Где-то там. О, какие краски. Ты же, да, приличный человек. Детская площадочка есть. Да, вот так вот с ребенком приехать тут отдохнуть, это если от риски откроешь, то вообще я покажусь уже совсем другой совершенно. Мои семейные уже где-то там должны быть. Да, вон уже вижу. Чавкают уже. Паркур начинается. Паркур! Паркур! Экстрим! Паркур! Паркур! Обучение езды на коляске задним ходом. Еще была бы пропасть побольше. Ну, есть, зазорчик оставил. Все, чтобы гусенички могли разложиться. Уже на опыте. На годовалом. И главное, подъезжайте ровно всегда. Кстати, ступени-то тут нифига себе. Ступени я не ожидал, чтобы я так начал качать. А я что-то тоже не подумал про это. Они глубокие. Ну они очень глубокие, да, и очень высокие на самом деле. Сейчас я приложу. Так. Ну, 220. Где-то так. Я же не ожидал, что там такие ступени, по крайней мере. Вот так, еду у нас вон там, видимо, дают. Сейчас пойдем охотиться. Так, изучаемся. Так, ишенка. Ишенку. И я, пожалуй, тоже буду ишенку. Все сосонечки. Фу, живем. Так, блинчики. Всего-всего. Слушай, я не знаю, откажись от чего-нибудь уже. Может, ты кашки хочешь? Нет, от кашки я точно не хочу. Кашечка. Так. Мне
одной кукушкой. Так, здесь у нас сладенькое пошло. Тын-тын-тын-тын-тын. Ну, мы точно долго спали. Вот, там чай, морсики и что там еще? Что-то из соки. Так, все, друзья, отправляемся в поход. Значит, обнулили запас хода. Сейчас у нас на нуле. Уже 100 метров накатал где-то, ё-моё. 36 километров запас хода у нас показывает. Все, поехали вперед. Портить. Спорт режим включай. Непозволительная роскошь. Мы по этому маршруту уже гуляли, когда в прошлом году. Вот. Но без коляски. Когда идешь пешком, тут вообще ты просто не замечаешь какие-то там коряги, бревна, перелез до перелез, как бы не думаешь об этом. Корни всякие торчат. Корни, да. Да, так там... только запнулся, отряхнулся и дальше пошел. По подъему, спуске, в общем, ну как бы... Ты в поход идешь, ты просто на эти вещи внимания не обращаешь. Лошадка! А теперь, да, на коляске, ну, будет интересно, как все это будет выглядеть. Лошадка. Вообще сейчас трафик достаточно большой здесь, большое количество туристов гуляет. Сегодня у нас еще суббота сегодня, да, получается. Сегодня особо много людей будет. Поэтому где-то, может быть, даже будут запоры. Так, чтобы видно было. Да. Какие тут препятствия здесь. А, вот здесь как раз гладенько. Хотела снять корни. Вот все в корнях. Здесь какие-то лужицы. А вот, кстати, да, вот на этом месте просто в прошлом году после дождей вот здесь просто такое озеро, короче говоря, было. И мы где-то там, по-моему, там окольными путями через лес как-то все это дело обходили. Вот. Но сейчас нам повезло больше. Только немного грязи осталось. Ну вот он. Собственно, озеро. А, да? Вот он, как обещал. Ну что, мы его будем это? Как амфибию будем использовать. Лилии не растут? А то сейчас пойдем нырять за лилиями. Да. Что, придется плыть все-таки, да? Да, намотается. Ну, ладно. Так, начинается. Вот опять же, пешком, да, я бы проскочил, да проскочил. Ага, а здесь крен еще какой. Ты меня подстрахуй боком. Ты сегодня будешь... Подстрахуй. Подстрахуй, братуху, подстрахуй. Ага. Я туда не пойду, тебя подстраховать. А что ты? Ножки боишься замочить? Я сзади. Морально тебя поддержу. Так. А она не провалится там? Я не знаю, ну провалится, наверное. Поэтому выезжай как-нибудь уже. Что там? Ну вот, не успели выехать, началось. Опа! А ее стаскивает, конечно. Но! Я еще боюсь газануть. Пока не знаю. Ничего не надо, тут как есть. Смотрим, а то муж. Он же на танке. Да. Мы же не будем тут специально под коляску тропу расчищать, правильно?
Мы же идем от обратного. Так, только я. Ну вот, правее камни проходи. Очки сниму, чтобы лучше видеть. Там, давай я крупничком возьму. Ну, ладно. Больше переживали. Здесь-то как раз-таки ерунда. Во, реки пошли, отлично. То, что нужно. Так. Контент. А здесь, где мы поедем? Что, наверное, вот тут и попробуем. Да как есть, переезжай, да и все. Оба-на! Ха! Водные преграды взяты! Это, будем считать, наш первый водопад пройден. Ну все, отлично. Так, батарея у нас тут стоит на 95 ампер-часов. Вот. Должно хватить. Практически полностью заряжена, да, то есть запас хода... Прям под завязку заряженной батареи был, показало бы 40. Вот. Ну, сейчас, соответственно, показывает 36. То есть почти полностью заряженная батарейка. Вот. Ну, заодно посмотрим, какой у нас будет расход батареи. По пересеченке? Да, по пересеченке. Сейчас что показывает, сколько? 35. 35, вот уже. А это ерунда. В горочку пошел. Блин, вот. Меня каждый раз расстраивает история, что на видео горочка вообще не воспринимается. Не видно угол наклона. А ты... Снизу, да? Ну давай снизу попробую. Ну все равно, ну может быть, да, может быть так получше, конечно. Но все равно вот горка не воспринимается. Юр, включи углы наклона, посмотри, сколько там горка. Ну сейчас ты на ровной пока стоишь, а вот там корни дальше будет поинтереснее. Крен минус 3. Минус 3. Ну это крен, да, на бочку стоит. А так, это... ну я смотрю, по траве или по корням. Попробуем по корням сначала. Давай по корням попробуем. Ну тут да, тут уже крутовато, Галь. Возьми. Не, наверное, все-таки по траве. По траве, возьми, да, поудачнее будет. Вот опять же, ты пешком бы даже не задумался. Да, конечно, но тут... Практически лесенки. Да. В принципе, ты бы мог по корням, конечно, на гусеницах подняться, но просто нам уже. Ай! Тут пауки паутину сплели. Силки тебя хотят? Да. Ну так-то. Да. Ага, тут тоже корни. Так что в лес за грибами тоже можно. Чего угол наклона сейчас? 17. 12, но периодически, соответственно. Стой. Назад немножко. Я, конечно, все понимаю. О, слушай, ну вид какой. Вид ляпота. Сейчас снимем вид. Вид, конечно, ага. И на простой коляске невыдовой тут ловить нечего. Ну, я думаю, да, это даже объяснять не нужно. Да, причем еще хорошо, что здесь есть гироскоп, потому что я люблю, конечно, экстремальные спуски, а здесь еще они вдобавок и неровные. Кресло помогает, отрабатывает. Вот, ну,
действительно, блин, вот на видео мне непонятно, насколько, насколько большие эти уклоны. 18. 18. Да, потому что всегда найдется кто-нибудь, кто напишет. Ой, я на своей артонике, тот бы проскочил бы на раз-два. Да-да-да, это постоянно. Ну вот, смотри, какой здесь угол. Вон. Давай снимем. Если там что-то видно будет. Помнишь, как мы на железнодорожные пути заскакивали? Да, о, тут какой угол. Не, ну тропа получасовая, мне кажется, займет у нас часа полтора. Кстати, да, ну что, время-то посмотрели? Сколько там времени? 11:11 сейчас. Все, пошел красавец. Самую жесть пока что начальную прошел. Пока равнинка. Можем его отснять. Вот. Ну, получается, вот когда не надо там корни всякие преодолевать, вот он двигается на уровне обычного походника-пешехода. Вот видим, видим, как там вот товарищи рядышком идут, они его не обгоняют, получается, на уровне. А я вот еду и думаю, как же все-таки много дает функционал коляски для полной жизни инвалида, для передвижения инвалида-колясочника по всяким вот таким дебрям. Когда мне звонят и спрашивают по поводу колясок, по подбору, по тому, который они хотят, я всегда говорю, спрашиваю, для чего вам именно эта коляска, не именно эта, а вообще коляска нужна? Для чего ее стоит покупать? Потому что если вы хотите кататься в городе, то вот эта коляска вам, она по факту сильно не нужна. Можно взять обычную классику и передвигаться на ней же. А вот эта коляска именно для свободы, для передвижения по вот таким ухабам, корням, для активного отдыха, так скажем. Разве можно бы было сейчас на простой коляске вот здесь проехаться? Да не в жизнь. Все-таки много дает функционал коляски, разный функционал, свободу действия, передвижения, отдыха, всего вот этого. Это, конечно, ощущения непередаваемые, чтобы вот так вот ездить, спокойно передвигаться по лесу, где только пешеходная тропа, и для инвалидов здесь как бы не место, скажем так. Но в то же время я спокойно еду, передвигаюсь. Да, чуть-чуть скорость у меня поменьше, чем у пешеходов. Зато и едешь, еще и адреналинчик ухапаешь. И красотами любуешься, потому что виды здесь шикарные. О, здесь еще подрезают меня с левой стороны, оказывается, бегают. Так что народ ходит, гуляет, не задумывается о том, что здесь можно даже на коляске проехать. А зачем им об этом думать? Это нам об этом надо думать. Как и где отдохнуть, провести свой отдых. Ой, блин! Неожиданно это было. А, вот это. Ну да. Волнительная история. Как-то еще боковым зрением я увидел это резко. А что не фотографируете? Не, я что-то даже это. Самое-то интересное вы пропустили. Живой там. А, в смысле, он реально живой? Да. Или вторая. Я подхожу. Привет, снежный человек. А он такой...
Что ты там про жить в кайф рассказывал? Жить нужно в кайф. Брать от жизни все. Искать во каждом, во всем искать свои плюсы, не обращать на минусы. И тогда получится. Все получится. Перешагивать через все свои неудачи, через горести и обиды, там какие-то, все это, что случается. Не обращать. Перешагнули, забыли, случилось, да, случилось. Пошли дальше. И все. И живите сегодняшним днем, настоящим. Завтрашнего уже может такого не случиться. Живите, отдыхайтесь, наслаждайтесь. Завернул, хорошо. Как сказала Оля Бузова, жизнь одна! Статус ВКонтакте. Так. Ага, ну что, вон там пойдем? Вот сюда вот заныриваем. Не, по тропинке не пойдем, вот здесь попробуем. Тропинка узкая, да, вот здесь вот заезжаем. Как там Высоцкий? Скалолазка моя! Да? Скалолазки лезут в горы, ищут ласки. Выше гор могут быть только горы. Лучшие гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Нет, я смотрю, чтобы не цепануться еще же надо. На брюхо не посадить машину, конечно. Да. А то как в каком-то из наших одном видео. Оператор! Выручай! Ну да, это когда ты в озеро прям заехал. Да. Сочность. Вот посмотрите только на эту картинку, блин. Какая зеленая зелень. Вообще же. Сейчас дождь дерево пошли. Этот папоротник. И аромат. А здесь в теньке не жарко, не душно, так хорошо еще по лесу идет. И самое главное, нет комара и мошки. Ну как нет? Что-то мешает какая-то. Ну и это можно сказать нету. Потому что у меня только все лицо в паутинах. Потому а нечего по кустам шариться. Потому что я испытываю, не шарюсь, я испытываю возможности электроколяски в действии. Параллельно отдыхаешь. Рекреационное мероприятие. Как здесь классно сделано. Вот смотрите, просто есть лавочки для перекура. Путешественников, чтобы могли сесть, отдохнуть. С видом на реку. Да, река шумит. Я вот тоже смотрю на небо. Что за птичка, не знаю какой. Это птичка, ничего себе, я думал, коляска зацепила. А это не коляска, да? Нет. Не коляска. Нет. Походу коляска. Нет. Это что, эхо что ли там такое тогда? Коляска. Да это коляска. Нет. Да. Проедься еще. Это кто-то свистит идет. Что-то где-то намотали, короче говоря, вот и свистит. А что ты, Юр, что ты не можешь выправиться или что? Нет. Простите, умеет ли плавать коляска?